Светлана, ну давай про детство в попе. Да еще бы. О чем нам говорить после того, что ты мне рассказала, как не про детство в этой самой опе. Вообще это хорошо или плохо? Знаешь, если человек в 30, в 35, в 40 все время пребывает в состоянии какого-то детства, да, там ответственность на себя не берет, ну и так далее, и тому подобное, то есть нерешительный и так далее, ну что хорошего, хоть женщина, хоть мужчина. То есть инфантильность это фу и би-би-би. Но то, что ты мне рассказала, друзья мои, я не для тебя, а для тех, кто нас смотрит и слушает. Они умудряются падать с берез. То бишь выражение «с дуба рухнуло» мы переименовываем «с березы рухнуло». Девочками они поехали в горы. Девочки, чтобы понимать, от 40 до 50, как я поняла, верно? Да. Да. Вот эти девочки умудряются падать с берез. Если честно, это так круто. Это так здорово. Вот такое детство в опе, когда серьезные люди, там кандидаты наук, бизнес-леди и т.д. и т.п. едут в горы, лезут на березу и делают то, что вытворяли вы. Я за двумя руками.